Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и вы на канале «Цветочный уголок». Сегодня хочу сделать небольшой обзорчик моего балкона. Мой балкон, так сказать, эксплуатируется как бы временно, с осени до ранней весны. Здесь у меня в основном растения, которые я привожу с дачи, которые укореняю с дачи. И так далее. Ну, давайте по порядку. Здесь у меня вот стоит такой сингониум. Ну, это обычный сингониум, зеленый. Вот. Это такой найденыш. Я его нашла на улице. Его выкинули. И я отросток взяла. И вот вырастила. Вот уже такой слоник большой растет. Я его, кстати, недавно пересадила в побольше объем. И он у меня на балконе стоит. Так, ну это замиокулькас. У меня было видео про него. Реанимашка такой растет. Так, дальше у меня вот такая полочка небольшая. Потихоньку заполняется. Вот верхняя еще полочка, там не это свободная. А так уже практически все полочки заполнены. Здесь у меня хризантемы укорененные с дачи. Вот, скоро буду их рассаживать. Там по несколько черенков в стаканчике. Здесь у меня пеларгонии укорененные тоже с дачи. Я их сохраняю, чтобы потом по весне высадить цветники на даче. Вот здесь тоже пеларгония. И здесь тоже пеларгония. У меня много видов пеларгонии. Ну, как много? Ну, да, несколько видов пеларгонии. И вот каждого вида по несколько черенков я сохраняю. Я их не выкапываю, так как кусты огромные уже выросли на даче. Вот. А беру просто черенки и потом высаживаю. Так, здесь у меня циперус или циперус, исправьте меня. Это, значит, выращенный из семян. Вот такой красавчик огромный. Уже вымахал. Вот, видите, такой вот. Я его уже здесь подвязала такой подпоркой, потому что он в разные стороны распадается. Так что нравится он мне. Такой прям красивый, большой. Ну, тоже стоит на балконе. Балкон у меня не холодный зимой. Он утепленный, да и дверь открыта в комнату. Так что здесь зимой бывает температура, ну, от 18 до 20. Так что здесь не холодно. Здесь на подоконнике у меня тоже такие садовые растения. Это вот ипомея батат. Вот такая триколор. И помея бота тоже сохраняю на зиму, чтобы потом высадить. Вот. Здесь также пеларгонии укореняются. Ну, здесь разные колиусы. Здесь тоже колиусы. Здесь маленькие череночки. Вот традисканции Blushing Bright. Вот. И здесь тоже традисканции. Вот так вот. Здесь у меня висят на качельке тилансии атмосферные. Тоже было видео про них. Все, вот так вот у меня вот такой вот здесь вот уголочек небольшой на балконе. Такой обзор небольшой. Все, спасибо, друзья, что заходите в гости, смотрите мое видео, комментируете, ставите лайки. Большое спасибо. Всего хорошего вам. До свидания.